Этот ролик – продолжение лечения тех, кто у нас находится в данный момент в стационаре. Это Рокси. В первую очередь Рокси. Друзья, девочки удалили две молочных гряды. У девочки была гнойная пиаметра. У малышки полный желудок был забит пакетами, целлофановыми пакетами от голода. Но и самое страшное – что анализ опухолей, которые мы сдали на биопсию, подтвердил, что опухоль злокачественная. Валь, привет. У собаки есть вздутие по рентгену в толстой кишке. В тонком отделе пальпируется и видно по рентгену, что там что-то есть. Без контраста непонятно. Контраст дали, 6 часов надо подождать. Вот 2 часа уже прошло, получается еще 6, всего 8. Вот, и через 6 часов переделаем снимок, посмотрим. Нас сейчас обнадежили врачи, сказали, что операция прошла успешно, что шанс того, что опухоль не пошла вглубь, ну, процентов 90. Давайте уповать на это и надеяться. У Рокси расходятся швы. Мы не будем показывать вам эти чудовищные раны. Покажу просто немного, чтобы было понятно, что именно у ребенка происходит. Но пугать вас не буду. Достаточно того, что я сама каждый раз, глядя на перевязку, пугаюсь до дрожи в руках, ребят. Я не представляю, как эти зверята терпят такую чудовищную боль. Человек бы, наверное, умер просто от ужаса, взглянув на эту рану, если бы она была на его теле. А животное терпит. Всегда поражало то, насколько они сильнее нас. Наверное, все-таки в стойкости духа. Я понимаю, что нельзя сравнивать человека и животное, и что там больше инстинкты, но собака, она необыкновенное существо, она так сильно копирует нас и так сильно сочувствует нам и защищает нас. И в то же время собака может быть смертельно опасной, если рядом нет человека, если она голодна. Собака – друг, только если рядом с ней человек. И собака – страшный, смертельно опасный хищник, если она выброшена нашей безответственностью за порог жизни и вынуждена добывать себе по помойкам пропитание. Прошу вас, мои хорошие, заходите к нам чаще. Ваша поддержка, она очень важна для приюта. Я искренне вам всем-всем благодарна за то, что вы столько лет с нами. Рада приветствовать всех новых друзей, кто зашел в первый раз к нам на страничку. Уверена, друзья, вы не пожалеете. Искренне ваша лохматая душа.